Спасите, я боюсь высоты. Он боится высоты с детства. Помогите. Ой, спасибо. Ух, что ты делаешь? Ракету. Круто получилось. Классная ракета. Что за красная кнопка? О, ух, улетел в космос. Вообще-то я здесь. Кто тогда в ракете? Твой друг. Нет, он же разобьется. Ракета настроена на автоматическое приземление на Луну. Не бойся. Как он теперь вернется? Мы его спасем, наверное. А? Интересно, здесь Wi-Fi ловит? Привет, лунатики. Вы поможете мне вернуться на Землю? Коммуникатор сказал твой язык. Мы поможем тебе вернуться. Это наш тарелкус 3000. О, ребята, я очень боюсь высоты. Этот ваш тарелкус не высоко летает? Не, нормально. Садись. На корабле лишний вес. Мы погибнем, господа. Есть один парашют. Я очень боюсь высоты, но я самый тяжелый. Я выпрыгнул. Нет, наш друг новый. О, как это красиво. Зря я боялся. Только тебе могу доверить сохранность этого зэка. Да, 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 да. Я обещаю его хранить. Почему ты так бережешь этого зэка? Мне доверили его хранить. Понятно. Что это за машина? Это мой таракан. Пойдемте посмотрим на него поближе. А где мой зэк? Смотрите, летающую тарелку. Я верну вам зэка в обмен на боевого таракана. Ни за что. Пожалуйста, он мне очень дорог. Матрушка, помоги. Ну хорошо. Мы согласны. Забирай боевого таракана. Мой зэк, мой любимый таракан. Не переживай, мы его вернем, наверное. Верните мне таракана. Идите отсюда, пока мы вас не уничтожили. Ну хорошо, не хотите по-хорошему, тогда будет по-плохому. Ха-ха-ха, испугал, я не отдам вам таракана. Мы еще вернемся. Последний раз спросим по-хорошему. Нет. Я еще вернусь, чтобы отомстить. Мы вернулись в нем. Какие же большие у меня выросли тыквы. Теперь можно отдохнуть. Ха-ха, теперь это мои тыквы. Стоп. Где мой урожай? Привет. Привет. Что случилось? Кто-то украл весь мой урожай. Давай я тебе дам свое супер пугало. Давай. Ура! Теперь можно отдохнуть. О, новый урожай вырос, ха-ха. Это что такое? Вау, как круто сработало. Мои грядки. Сондер, твоя задача поймать бекона любой ценой. Ага. Хорошо. А, ты хороший друг, но очень доверчивый, тебя могут обмануть. Ну, мне просто все интересно, но я буду осторожен. Я отойду ненадолго. Окей. Привет. Хочешь посмотреть, что у меня в машине? А, да, что там? Вот ты и попалась, а теперь ты будешь пленником Лисограда.
Пусти моего друга. Ни за что, мы его съедим. Я спасу тебя. Идем за мной. Теперь это твой новый дом. У меня есть план. О, что это за лиса? Заберу-ка я ее себе в город. Надо найти тюрьму, уже стемнело. Это точно не здесь. А может здесь? О, я тебя нашел. Спаси меня. Сюда кто-то идет, прячемся. Почему дверь открыта? А он где? Вот ты и попался, сам сиди в своей тюрьме. Ах ты, нам пора домой. Я вам отомщу. Здорово, привет. Зачем эта пушка? Я хочу сделать трюк, человек-снаряд. Можно я буду участвовать? Окей, залазь в пушку. А это опасно? Нет, внизу мягкий матрас. Окей. О, кнопочка. Ой, тот-то улетел. Это был билдер, я не успел прицелиться. И что теперь будет? Пойду его искать, наверное. Привет, привет. Почему ты такой грустный? Меня постоянно обижают. Давай я тебе помогу, давай. Я тебе построю крутое оружие, и тебя все будут бояться. Круто. Готово. Можно проверить? Давай. Ай. Не на мне же. Ой, сорян.